старину говорили, если 22 апреля ночь тиха, а вечером тепло, лето будет жарким и погожим. Хочется верить, а пока синоптики обещают нам снега всего плюс 2, плюс 4. Ночью заморозки до минус 1. Ветер западный 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 728 миллиметров ртутного столба. В Нижнем Новгороде утром небольшой дождь, который к обеду сменится снегом 0 плюс 3. Ночью до минус 2. Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. В столице утром небольшой снег и плюс 2. К обеду осадки прекратятся, ночью до минус 1. Ветер северо-западный 6-9 метров в секунду. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.